Ребята, всем привет! Сегодня мы с вами протестим легендарную пушечку Чапу. Мне очень интересно, на самом деле, как это оружие себя проявит в современной мете, то есть против бронепрофи, вообще актуально, не актуально. Ну, вроде как, Чапа реально до сих пор неплоха, то есть я и замечаю ее на пабликах, что люди с ней играют. Поэтому, действительно, сегодня мы протестим данное оружие. Если что, ребят, в моем телеграм-канале вы сможете найти пин-код на Чапу коготь на 7 дней аж целых, ребят. Ссылка на мой телеграм есть в описании. Перед началом видоса не забудьте прожать по лайкосу, ну, а также можете проверить подписочку на канал. А всем приятного просмотра. Хотите получить на аккаунт ARMS, V3TAC 13, KH9, а также АВП на снайпера и при этом получить двойной бонус к первому пополнению счета, то смело переходите по ссылке в описании и регистрируйте новый аккаунт. Рекомендую всем открыть ссылку в режиме инкогнито, чтобы было легче зарегаться. Зарегистрироваться можно любым удобным вам способом. И все, после регистрации вы заходите на аккаунт, придумайте себе ник, и буквально через 5 минут к вам придут на аккаунт все эти пушки, про которые я рассказал. Ну и вдобавок одна из самых лучших броней в игре — Авангард. Ссылка в описании, всем приятного просмотра. Так, интересный факт. Карта резиденция. Попробуем поиграть за меда сейчас. Как с единственной меди в команде, поэтому надо чуть посейвовее, наверное, играть. Потому что, как бы, да. Ну, моя команда халдит, как бы никто не собирается открывать, все сидят. Сгори, пожалуйста. О, минус взорвали, это уже плюс. Команда пока не планирует заходить никуда. Это, конечно, печально. Очень печально. Ой, ваншот есть, надо выкатиться. Ага. Воу, вот это фликшотище! Офигеть! Слушайте! Три ваншота, жестких ваншота. Пока что мне нравится Чапа очень сильно. Слушай, не ваншот, все на того, что как бы... Ой! Ну он попал в голову, боже! Я сейчас дал мне ваншот Павику, с учетом того, что инженер по нему попал. Хм, странно. А вот это, ну, неприятно, это было неприятно, правда. Короче, надо понимать, что если дистанция такая ближне-средняя, лучше, конечно же, уже с пистолета пострелять, потому что, ну, для Чапы это прям плохо-плохо. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Почему он не горит? Дигачу. Не ваншот, видели, ребят, я дал не шот инженеру. Сейчас бы я ворвался, дал бы еще шот инженеру и убивал бы авика, но не ваншот. Гори, гори! Сгорел! Не, ну слушай, это странно. Три выстрела упор, это реально странновато. Реально, три выстрела упорчик, это было странно. Ну да ладно. О, с топора зарубил. Очуметь просто. Ну нормально, слушайте, пока что мне нравится. Ненавижу дворец, но что делать? Ваншот, это приятно. Ваншот есть. Си! Живем, пацаны. Смотрите. Ну кто бы сомневался, что мисс Анастасия попадет топором сквозь смог в меня. Честно, я даже, ну вообще ноль сомнений было. Вот я прям был уверен, что меня убьет топором метателя мисс Анастасия через смог в пленте. Мне жалко, я ему не тапнул в прыжке с Макара, было бы очень красиво, однако. А ты ТДЛ не чекаешь, типа, да? Хорош авик, жесткий, молодец, умница. Вот вам пример снайпера, да, который очень сильный просто, неимоверно. Сука, на респе. Иваншот, блин, с двух. А, мы труп ресает. Ну как так-то, ё-моё, перезарядить, надо было перезарядиться, мне кажется. 90, еще этот авик. Ну просто всем раздал саппортов за этот раунд. Еще и 2 килла дал, да ну, ну я просто самый полезный медик Чапы в мире, мне кажется, не? Ну блин, чуть-чуть не успел стрелять, там медик 90. Блин, был бы сейчас тайфун, я бы так их похоронил. Ну эти три, конечно, три выстрела с Чапы. Медик, помоги в упор, они все далеко, отрезаешь всех, просто подойди, ресни. Уай, что за тап? Ну 3-3, я говорил, что мы за деф закамбэчим. Нормально, пойдет. Нет, ну одни куперхайды это просто. До сих пор такая имба, чел. Просто от бедра попадает за секунду в меня. Вы видели, я сдох реально за миллисекунду. Ну зачем такие ганы вводить? Я бы даже себе с тайфуном был. Я бы в жизни так, ну это невозможно убить. Чел с префа выпрыгивает с двойных копера в упор. Что можно сделать? Мосты, мои любимые мосты. Ну, надеюсь, что эту катку мы выиграем. Надеюсь, очень сильно, ребята, неимоверно надеюсь. Идем сюда, оп, право тройки нету. Даем смог. Даем молик плент. Он сгорит, надеюсь.
Ну блин, почему еще один авик тут? Два авика идут в спину, в целом это дефолт. Опа, миночка, нормально пойдет. Он шок. Ну блин, зачем он дым чекает, ну друг. Вау, какая чапа жесткая! Нет, на самом деле, на упорах реально нормально. Вот кто бы что ни говорил, упоры это ее конек, 100%, ну в данной мете. Напомню, раньше чапа с трех выстрелов через километр убивала, такое было. Хорошо держится плент у нас, однако. 0 киллов, а на опорниках в целом нормально. Бомба взята. Не ваншот! Ваншот. Ну слушайте, короче, надо давать два выстрела и потом добивать с Макарова. Я понял, это новая мета. Ну боже мой, такой бы трипл килл был. Блин. Ой, какой клатч жесточайший просто. И колонны. Как он тапает просто, вот реально с первой пули чел тапает, очень жестко, именно меня. Кидаю гранату. Ну блин, я почти минус 4 дал, нет, минка. Как же ему фартит, блядь. Как же под флешку я жестко играю. А, он двоих сразу сделал, я понял. Тут пацаны вообще. На первом тяже оба. Именно колонна. Господи, как же я просто керю. Я не могу, я просто с чапы бучу типов. Я не понимаю. На фабрике, типа не дэшка, а фабрика. Я не могу. Да блин, ааа! Ну все шотило, видели? Все шотило. Дистанция, упор, шот есть. Граната! Классный дистаминг. Беру флешку, он пикает. Пиротаж трое. Найс, еще пиротаж двое. Двое пиротаж, пацаны. Найс, еще 90 он. Найс! Победа! Yes! Какой, ребятушки, вердикт по чапе? Слушайте, вообще в упорах это нормально. Ну реально, то есть в целом, если прям жестко подеть, напрягать мозг, можно постоянно выводить соперников на упорной дистанции и уничтожать их. Но, конечно, вот ближний, средний, все, вы проигрываете, вас любой дровик перешочивает. Я сейчас сыграл жестко, 19-9, как вы видите, то есть, но я реально все киллы, по-моему, делал в упоре, либо с пистолета. Пишите свое мнение в комментариях, что вы думаете по поводу чапа. С вами был я, Антон, всем пока.